Чтобы там служить, нужно иметь первую категорию здоровья, мозги и любить свою родину. Речь идет о сотрудниках специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Тверской области. В эту пятницу наша съемочная группа побывала на торжественном собрании по случаю Дня образования и смены руководства подразделения. Тему продолжит наш корреспондент. В этом году элитное подразделение Росгвардии, специальный отряд быстрого реагирования, отмечает свое 27-летие со дня образования. Бойцы этого отряда выполняют сложные и важные задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Сейчас Тверской СОБР – это 60 высокопрофессиональных бойцов. С 1996 года подразделение возглавлял Артем Гатаев. Теперь его место займет Владимир Широбуров, заместитель начальника подразделения. Ушел в отставку по выслуге лет, дающий право на пенсию. Полковник полиции Гатаев Артем Валерьевич. Спасибо тебе большое за службу. Это элита правоохранительных органов. В СОБР попадают только офицеры. В любой момент их могут вызвать для выполнения боевых задач. Рискуя своей жизнью, уже изначально ставя то есть себя в зону риска, занимались именно сохранением нашей страны и защитой наших граждан. Друзья, я всегда гордился нашей службой. В большей степени гордятся ваши родные и близкие. В большей степени гордятся ваши дети. Вот для этого, то есть, мы с вами и выполняем те очень сложные боевые задачи. Владислав Ершов, специально приехавший в Тверь по этому случаю, поблагодарил Артема Гатаева за успешное выполнение служебно-боевых задач и профессионализм. Сила воли, характер и любовь к родине позволили Артему Гатаеву заслужить уважение и почет среди ветеранов и молодых бойцов. Служба в СОБРе – это опасные командировки и спецвыезды. Поэтому нужно быть всегда в отличной физической форме, психически устойчивым человеком, способным мыслить в нестандартной ситуации и мгновенно принимать решения. Здесь служат лучшие из лучших, настоящие патриоты своей страны. Дорогие коллеги, отряд прошел все. И в начале 94-го город Грозный, в самом начале, и Северную Осетию, и Пуч 93-го года. И из всех мероприятий, из всех боевых заданий мы извлекали серьезный опыт и выходили достойно. Спецподразделение – это особое братство со своими порядками, моралью и особой памятью к погибшим товарищам. Попасть в него нелегко, но, сделав такой выбор, здесь остаются навсегда. В день 27-летия также состоялось вручение нагрудных знаков благодарности и очередных специальных званий, а также возложение цветов.